Так. Короче, такая ситуация. Я кошелек потерял. Ага. Вообще не знал, что делать. Везде порыл, нигде нету. И, короче, вот этот человек, как зовут? Ахмед. Ахмед. С Таджикистана. Ага. Да, вот. У меня, короче, вот карты, да, там, ну, с деньгами, короче, да, не буду говорить, сколько. Права, получается, там у меня. Права, да, еще мои. Ага. И внутри получается, тут, внутри получается 100 тысяч. 5 тысяч, не да, тут, тысячи там, да, 5 тысяч. Ни копейки не взял. Ага. Вот. Ахмед, какой национальности? Таджик. Таджик. Вот, я хочу вам сказать, ребята,